Консультант, третий сезон. Дата выхода. Первый и второй сезон имеют в основе разные страшные преступления. У них даже были отдельные режиссер и сценаристы. Причем из актеров в новую часть перешли лишь Кирилл Кьяро и Максим Дрозд. Чикатило держал в напряжении несколько регионов Советского Союза на протяжении многих лет. Именно он стал прототипом главного злодея начала сериала «Консультант». Только действия фильма перенесены немного вперед, и события тех времен адаптированы под телевизионный проект, но мотив страшных преступлений прослеживается. Во втором сезоне, тоже состоящем из 10 эпизодов, те же главные герои вновь выслеживают серийного убийцу. Злодей охотится на известную певицу Алену Репину, запугивая ее женщину. Он убивает похожих девушек, планируя в самом конце расправиться именно с ней. И вновь Брагин ищет преступников по малозаметным уликам, а Слава Широкий пытается понять смысл поступков психопата. Дата выхода «Консультант» третий сезон ожидается примерно через 2 года. На это неточные данные. За изменениями расписания следите на нашем канале. Последние годы НТВ радует зрителей интересными и качественными сериалами с необычными расследованиями, основанными на реальных событиях. Мы надеемся, что руководители телеканала не остановятся и выпустят еще одну часть картины. Дата выхода «Консультант» третий сезон не объявлена, но судя по тенденциям показа фильмов, продолжение стоит ждать через 2 года, примерно в 2021 году. Ставим лайки, подписываемся на канал. Приятного просмотра!